команда, уже звенит звонок. Пожарная команда, начинаем наш урок. Кто такой брандмейстер, знает стар и мал. И когда мы вместе мчимся на пожар, охают зеваки, один спросил: для чего брандмейстеру усы? Итак, для чего же пожарному усы? Правильно, чтобы защитить нос от дыма. Пожарная команда, ответ ну просто класс. Пожарная команда, у нас урок сейчас. Некогда пожарным греться на печи. День и ночь недаром смотрят с каланчи. Отвечайте кстати, подумав не с плеча, что это такое каланча? Итак, что же такое каланча, друзья? Это пожарная дозорная башня. Пожарная команда, ответ не так уж плох. Пожарная команда, продолжаем наш урок. Каждый на пожаре номер свой блюдет. Нас не зря прозвали боевой расчет. Ствол, рукав и помпа, а еще ведро. Но почему же острое в нем дно? Почему же у пожарных такие острые ведра? Молодцы! Пожарная команда, всем с полки пирожок. Пожарная команда, продолжаем наш урок. Рядом с дачным домом правила вели: с песком поставить короб и пожарный щит. Кто тут самый умный? Дайте-ка ответ. Что должно крепиться на щите? Лопаты, лом, багор, так еще полотнище, ведра, топор. Пожарная команда, должны мы вам сказать. Пожарная команда, мы всем поставим 5. А еще запомним дружно, уходя, гасите свет. Отключайте газ, не нужно нам причин для разных бед. Спички, зажигалки, свечи любят правила, друзья. И костер кладем у речки, жечь в лесу его нельзя. Пожарная команда, уже звенит звонок. Пожарная команда, окончили